Всем здравствуйте! Сегодня мы запечем картошку с фаршем в духовке. Для приготовления такого несложного блюда нам потребуется картофель, немного фарша, лук, майонез, черный перец по желанию и соль. Картошку надо порезать тонкими пластиночками, вот такими. Добавляем в нее фарш. Фарш не соленый. Все это присаливаем слегка. Сильно солить не надо, так как будем добавлять еще майонез, чтобы не пересолить. По желанию добавляем черный перец молотый. Тоненько нарезаем сюда лук. Достаточно будет, наверное, половинку головки такой или четвертинку. Это кому как нравится. Добавляем майонез. И все хорошо перемешиваем. Чтобы картошечка получилась у нас сочной, добавляем немножко воды. И теперь картофель выкладываем в формочку, смазанную маслом. Разравниваем ее и отправляем выпекаться в духовку, разогретую до 200 градусов. Картофель готовится недолго, у меня такое блюдо обычно готовится примерно минут 25-30. Чтобы картофель во время запекания не высох, формочку накрываем фольгой. Через 25 минут картошечка готова. За 5 минут до окончания готовки нужно снять фольгу, чтобы она немножечко подсушилась. Думаю, проверять, как готовность картошки, объяснять не нужно. Картошка должна быть мягкая. Я надеюсь, вам понравится такое блюдо. Приятного аппетита и пока-пока!